Так, всем привет, это уже наш пятый выпуск нашего дневника. Сегодня мы пойдем в 29-й данж и, наверное, попробуем пройти уважение. Сейчас мы наберем пати в 29-й и мы продолжим. Так, вот мы уже в 29-м данже. Пачаны, я еле как набрал туда пати, как вы видите. А нет, вы не видите, сколько времени прошло. Нам предлагал провести на сотый лук, но нет. Мы харды. Мы хардовые, хардов. Настолько хард. Все бы в кучу, чтобы я всех бафнул, чучело. Бафай только меня. Чучелы. Ну насрать, короче, на всех. Там, по-моему, уже вар пошел. Нет. А син, син. Бафнем всех и вся. Ну все, гол. Друли нету, да? Друлю ждем. Друля. Так, ну ладно, начнем. Проходим. Тут ролика у нас будут тащить или мы откроем, пока ее нету? Нет, я так, наверное, думаю, то что. Да лучше давай откроем. Друлька как раз покажем. Потащит. Сейчас как раз покажем, что друлька как должен тащить. А, на самом деле. Талант, давай уже. Вдруг она не придет, давай лучше откроем. Или нет? Ну, давай. Не-не-не-не-не. Подождем нашу турбодру. Так чувствую. Так как вы видите, я впервые выступаю в роли танка. Хотя кого я обманываю, я много раз выступал в роли танка. Где этот кладбищенский огонек, который брет нашего приста? Все, теперь все нормально. Сейчас побьют меня еще. Варша топорщица, хотя что от нее хочу, если она всего лишь 40-й левел. Она даже не выполнила гошики. По-моему, это лишнее. Она, по-моему, вообще не тут. А, нет, тут. Конечно, если есть дру, то открывать не нужно. Но я скажу на всякий случай, как если без дру проходить. Убиваем вот этих мобов, идем прямо туда. Там справа тоже есть. Хотя он так и покажу прям. Пошли покажем. Ну да ладно, забей. Там, короче, нужно просто эту убить, статую. Син поверил в себя. Там просто статую надо убить и все, и она открывается, эти ворота, вот они. Друлька, и сейчас покажу, как вытаскивать его. Вон она уже подходит на карте. Так, чтобы вытащить друлька, нам нужно подойти к воротам и через стаб найти призрака в синем. Вот он. Да, можно и не через стаб. Ну, может через F9. Через F9, наверное, будет как-то поудобнее на самом деле. Так, через стаб проще, по-моему. Вот так вот. Вот так вот мы можем тоже сделать. Вот так. И ну питомцам вытянуть. Я буду принимать. Тоже еще будет принимать. Я же true hard танк, который танчит все. Ты пересоберешь? Нет, я не пересоберу. Он не дожил. Нет, он выжил. Это не та друль. Это не 59-я друля, как вчера. А, сейчас, секунду. А, нет. Он все-таки вытянул. А, наш танк АФК. А, нет, у него АФК. Так,
Убиваем босса. На 40-й еже нужно 3 раза так сходить. В 29-й данж. На 50-х левелах нам нужно ходить в 39-й данж. Там выбор либо с бойца, по-моему. Ну, мы это все покажем в следующих выпусках. Сейчас пока что остановимся на 29-м. Так вот его бьем. Босс легкий. Я уже прокачал скилл на Джине. Джин у меня 32 левел. Прокачал слово истины. Сейчас покажу, как оно работает. Син переагрил босса. А, танк АФК просто. Так. Мне ничего опять не выпало. Ну ладно. Так. Вот так вот работает наш скилл на Джине. Он ускоряет нас, по-моему, до максимальной скорости. По-моему, да. Ладно, сейчас мы пройдем ежу и продолжим. Fly with me. Итак, мы уже, ну точнее я уже апнул 50 левел, он до сих пор 49. А сейчас мы наберем пати на уважение. Просто, понимаете, пацаны, просто этот обоссанный, он, короче, меня не подождал. И когда мы в Уфе уже были на последней волне, когда Янату оставалось всего лишь какие-то 2 санных мобика, он просто набежал, собрал всю кучу и умер. Да. Я ее почти затанчил, не надо мне. Ты ее так не затанчил и умер, как гнида. Сейчас мы наберем пати на 39-ю вожуху, и мы продолжим. Fly with me. Итак, вот мы на месте, нам решил помочь наш подписчик Сик. Спасибо ему. Очень добрый пацан. Сейчас вас все бафну. И очередной раз. Я так понимаю, он будет танковать. Ну я так думаю, да. Постоим пока. Чтобы загрел. Да, да стой, не иди. Я думаю, мы не сагрим у него. Ну все, теперь можно, думаю, убить. То вдруг сагрим еще и умрем. Мало ли, ты всякое бывает. Вообще лол. Оно вообще потанчит? Думаю, да. А то он, знаешь, как-то. Не знаю. Ну у него там, по-моему, еще хирка. У него хирка. Что? Думаю, то, что он хоть что-то-то сделает. Думаю, да. Хотя кто его знает, он сейчас умрет. Да не, навряд ли. Я так чувствую. Люблю, когда у тебя лагает интернет. Все любят, когда лагает интернет. Ну, это шитыка. Так, все, мы убили нашего. Самый лучший этот. Провайдер. Самый лучший, причем. У меня крутой полет с 40-го сундука. Так. Так, нам сейчас в этот. В ГДЮ. Парень спрашивает, меня видят. Куда? Меня видят. Да, видят. Меня видят. Спасибо Сику за помощь. Еще раз скажу. Но он нам сейчас еще будет помогать. Думаю, надо долететь до следующего босса, потому что. Да, и мы продолжим. Итак, мы подошли ко второму боссу, наш Сик. Вот мы, у нас вот почти фулл пати. Он его затанчит? Не знаю.
постою. Кто еще? Он его вообще убьет? Кто его знает? Думаю, да. Ну ладно. Он помрет. Наверное. Хотя кого я обману? Или умрет. Думаю, наши подписчики не настолько хардовы, чтобы умирать на 55-м боссе. Который нужен для 39-го. Почему у меня одни промахи по нему? Кто-то... Ты и я просит совпать к нам. Ну все, думаю, теперь точно убьем. У нас много кэрри. Ну да. Кэрри. Кэрри. Дота, да. Больше в доту, да. Это последний, да, босс по уважению? По 39-й, да. Ну вот, наверное, на нем мы и закончим свой выпуск. У нас он будет вот этот короткий. Потому что сегодня у нас... Ну, так и времени не было. Куда он бежит? Да, наверное, этот босс будет последним. Кто-то еще против пайти? Я успел. Но, увы, он не успел. Нет, он успел. Он не успел. Не за что, бестия. Я тебе говорю, он не успел. Спасибо, Сик. Так, ну все. Давай попрощаемся с нашими зрителями. Давай прям тут, на этом фоне. Иди сюда, я думаю, знаешь, надо сначала долететь до НПСа и сдать квест. Тут как-то сильно выпуск короткий получится. Все, меня увидели? Ну да. Он теперь, думаю, будет доволен. Секретарь доволен. Он красный на 80-м уровне. Красава, парень, уже насливал кого-то. Кто-то ставил смайл недоумение, сейчас напишу, все попали. Написал в кар. Теперь. Ну, думаю, так вот. Неплохо. Более понятно. Юся Афей. Ню-ню. Ню-ню, да. Так, ну все, у нас уже 49-е. Нет, подожди, это... Это 49-е. А, точно. Мы его, наверное, вижу. Покажем, а может не покажем. Пошли, вот на вот этом домике. Сика кто-то там бьет или что он там делает? На кого-то сливает, что ли? Да ладно, кому он нужен? Ах, да ладно, нет, Сик всем нужен. ХП у него как-то скачет, непонятно. Ну, походу, кажется, сейчас умрет парень. Ну, походу, реально кого-то сливает, но... Он какую-то друльку, наверное, потому что яд висит. Или лука. Нет. Скорее всего, он с мобами дерется. Ай, ладно. Спасибо, Сику. Итак, всем спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Сегодня пусть какой-то не очень удался, но 10 минут. Все будет нормально, да. Да, но сегодня времени не было. Ну ладно, всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.